Всем привет! Как на машине времени с помощью веб-камер мы переместимся на много веков назад и заглянем в ближайшее будущее. Вы готовы к путешествию? Тогда поехали! Номер 1. НАСА, США. Веб-камера позволит вам побывать как внутри, так и снаружи Национального аэрокосмического управления. Вы прогуляетесь по стартовым площадкам, увидите, как собираются космические корабли и главные двигатели шаттла, попадете в музей космического модуля Аполлон-14, побывавшего на Луне. Номер 2. Колизей, Италия. Эта камера предложит вам побродить по останкам легендарного римского стадиона, на котором одновременно могли сражаться 3000 гладиаторов. Колизею более 1900 лет, и он до сих пор открыт для посещения. Номер 3. Версальский дворец, Франция. Версальский дворец – пример того, как жили на широкую ногу французские короли. Великолепие дворца произвело такое сильное впечатление на Петра I, что после его посещения он задумал строительство знаменитого ансамбля в Петергофе. Веб-камера проведет вас по территории дворца и парковой зоне, на которых одновременно проживали 3600 придворных. Номер 4. Тадж-Махал, Индия. Тадж-Махал, воспетый поэтами символ любви Шах-Джахана к жене Мумтаз-Махал. Веб-камеру можно приблизить настолько, что удастся рассмотреть цветочные орнаменты и тончайшую арабскую вязь, украшающие стены дворца. Номер 5. Галапагосские острова, Эквадор. Много увлекательного предложит вам эта веб-камера: погрузиться вглубь голубой лагуны и увидеть морских котиков, прогуляться по острову и поближе разглядеть огромных черепах и уникальных птиц, фрегатов с ярко-красным горловым мешочком. Номер 6. Центр данных Google, США. Интернет-гигант Google приоткрыл виртуальную дверь в свои святая святых – центры обработки данных. Веб-камера проведет вас по местам, где хранится интернет. Номер 7. Белый дом, США. Эта веб-камера пригласит вас в гости в официальную резиденцию президента Соединенных Штатов. Вы пройдетесь по красным дорожкам, заглянете в большое количество комнат и увидите, в какой атмосфере работает американский глава. Номер 8. Косой переулок. Волшебники из Google проводят вас по косому переулку из фильма «Гарри Поттер». Вы увидите декорации и осмотрите достопримечательности улицы с полным ощущением, будто сами побывали на съемках. Номер 9. Emirates A380. Это первый самолет, который появился в Google Street View. И не просто так. На борту Emirates A380 путешествуют самые богатые люди планеты. Осталось только включить камеру. Номер 10. Базовый лагерь Эвереста, Китай-Непал. Уникальное место, о котором не стоит рассказывать, а лучше все увидеть своими глазами. Дух захватывает от горного воздуха. Номер 11. Остров Уилсон, Австралия. Большой барьерный риф похож на диковинный лес со своей растительностью и животным миром. Увидеть его воочию можно прямо сейчас. Номер 12. ЦЕРН, Швейцария. ЦЕРН. Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики. Именно здесь находится большой адронный коллайдер. С помощью камеры вы сможете рассмотреть все детали этого грандиозного сооружения с разных ракурсов и побывать в любой точке центра. Все приобретает совершенно другие формы и размеры, когда вы смотрите на коллайдер своими глазами. 13 место. Острова Индонезии. Здесь с этой веб-камерой, как с хорошим попутчиком, ходить не переходить, археологические памятники, статуи, музеи, острова. Выбирайте по душе и в добрый путь. Номер 14. Смитсоновский институт, США. Смитсоновский институт состоит из 19 музеев и галерей, а также из Национального зоологического парка. Фильм «Ночь в музее» снимали именно здесь. И если вы еще здесь не были, то добро пожаловать. Номер 15. Музей Ван Гога, Нидерланды. Это 23-й по посещаемости музей в мире. Веб-камера проведет вас по галереям с работами знаменитого голландца и познакомит с интерьером музея. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваше мнение в комментариях. Пока-пока!